Конфликт силовых структур набирает обороты. Генеральная прокуратура вызвала на допрос двух агентов Национального антикоррупционного бюро. В ГПУ хотят знать детали совместной операции НАБУ и СБУ, установить правомерность использования ими спецсредств, а также выяснить, как агенты получили доступ к гостайне. В свою очередь, НАБУ заявили о срыве 7 секретных операций с использованием агентов под прикрытием. И все якобы по вине СБУ. На ссоры силовиков уже отреагировали в парламенте. В Верховной Раде заявили, подобные конфликты недопустимы, особенно учитывая коллапс следствия. Поскольку Генпрокуратура эти полномочия утратила, Госбюро расследований еще не функционирует, и часть дел должно взять на себя НАБУ. Поэтому нардепы вызывают всех на ковер. Мы вважаем неприпустимым конфликты, сварки и ворожнечу между правоохранительными органами. Наголошую, усі вони без виключення повинні дбати перш за все за боротьбу зі злочинністю та корупцією, а не за рахунок публічних заяв займатися самопіаром і обвинувачуванням на адресу інших правоохоронних структур. Тому я хотів би звернутися до вас, Андрій Володимирович, терміново запросити до Верховної Ради керівників Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, НАБУ, САП, заслухати їх та поставити їм запитання.